Приветствую вас, друзья мои! Я продолжаю знакомить наших гостей с Римом и его окрестностями. Как говорит мой муж, чтобы познакомиться со страной, в которую ты приехал, нужно в первую очередь идти на рынок. И мы прислушались к его совету. Сегодня мы начинаем нашу прогулку со старейшего рынка, который находится на площади Кампо де Фиори, что означает «поле цветов». Итальянцы очень гостеприимные, и попав на рынок, у вас будет возможность попробовать множество вкусностей. Ну как тебе, Мин, тебе трюфель? Нравится. Пробуйте, пробуйте, здесь пробовать можно все. Смотрите, какие вкусняшечки. Давай, Маша. А тебе, Андрей, понравилось? Бери еще, пробуй другое. Это итальянская цветная паста. Есть со вкусом белых грибов, есть приготовленные из муки кукурузы. Вот это со шпинатом. И такая разнообразная. Sto facendo video. Ну это или, нет, гусиные это маленькие, а утиные скорее всего. И для утиных. Нет, для. Такие разные салаты, радикью. Помидорки, но ее только едят. Но едят немножко листики и вот салат. Если другие рынки Рима очень сложно найти, то этот рынок доступен каждому туристу. Самое главное – прийти сюда утром, и вы окунетесь в разнообразие итальянских продуктов. Все рынки Рима работают с 7 утра и до часу дня, а потом весь товар увозят, и так каждый день. А вечером на этой площади любит собираться молодежь, и всегда здесь звучит живая музыка. Атмосфера здесь непередаваемая. Здесь продают от самых популярных продуктов, которые выращивают и едят во всем мире, например, картофель, морковь и капуста, но и продукты, которые можно встретить только в Италии. И даже только в регионе Лацио, например, артишоки, агретти, брокколетти или чимми ди рапа, биета, огромное множество разнообразных листовых салатов и даже, казалось бы, баклажаны и лук. Но есть сорта, которые выращивают только в Италии. А вот так готовят гранатовый сок на рынке. Вот такие типичные антикварные магазинчики в Риме. Много интересного. Привет вам! И вот такой вид открывается. Это церковь. Церквей в Риме больше 1000. Город Рим считается городом церквей и фонтанов. Мы сейчас идем на площадь, самую барочную площадь Рима, площадь Навона. Знаменитая итальянская поркетта.
поросеночек такой вкусненький с розмарином и чесночком. Да. Поркетта. Советую всем ее попробовать. Каждый раз, оказываясь на любой из площадей Рима, у меня в голове промелькивают картины и картинки, которые я видела в музеях и в интернете. Они помогают мне представить, какими были эти площади в 16, 17, 18 веке, что поменялось, что в это время достроилось. Скажу вам, что очень интересно прослеживать эту хронологию. Было время, когда на всех площадях Рима были продуктовые и вещевые рынки. Со временем рынки переместили в другие места, и площади стали свободные. В наше время здесь большое скопление туристов, артистов и художников. В Риме 13 вот таких обелисков. Эту церковь построили в честь 12-летней девочки, которую замучили тогда еще не на площади Навона, а на стадионе Домициана в 305 году. Церковь построили намного позже. В одной из капелл хранится череп отсеченной головы Агнессы. Продвигаясь по узким улочкам Рима, мы не раз попадали в объятия людей, которые зазывали пообедать в ресторанчике. Но я все-таки считаю, что на обед для туриста лучше перекусить что-то на ходу, чтобы потом не захотелось спать и отдыхать. А уж вечером ужин должен быть полноценным. Пока ребята пьют водичку, я покажу вам площадь, на которой растет инжирное дерево. Оно же и плодоносит осенью. Вот, ребята, смотрите, сейчас я покажу вам витрину. Здесь готовят мороженое. Вы можете смотреть, из каких ингредиентов готовят. А вот здесь за стенкой уже продают это мороженое. Огромное множество разнообразных вкусов. Смотрите, какой замечательный магазинчик для мальчишек. Тут столько фигурок всяких. Приезжайте в Рим, погуляйте, посмотрите на эту красоту. То, что я показываю в видео, оно совершенно не передает всю мощь, красоту и богатство Рима. Побежала я догонять. Мы направляемся к замку Святого Ангела. Сейчас пройдем по мосту, на котором в 16 веке проходили казни. А потом пойдем в Ватикан. Сейчас я вам покажу немножко. Вон там купол видно.
Ватикана, купол собора Святого Петра. Купив билет, у вас будет возможность подняться на самый верх замка. Ребята денежку зарабатывают. Мы отдаляемся от замка Святого Ангела и идем в Ватикан посмотреть собор Святого Петра. Улица, по которой мы будем идти, называется улица Примирения. Мы уже приблизились к собору Святого Петра. Решили пройтись по тенечку, потому что очень жарко сегодня. Стоим в очереди, чтобы пройти в собор Святого Петра. Сейчас нас проверят, и мы пойдем дальше. На удивление, в очереди мы простояли не больше 5 минут. Сегодня суббота, 20 апреля. Завтра, 21 апреля, в Италии Пасха. И поэтому в 2 часа дня собор Святого Петра и площадь будут закрыты для подготовки к празднику. Очень часто я показываю собор Святого Петра, и вы уже видели собор и площадь в новогодние праздники с елкой. А сегодня я покажу вам, как подготавливают и украшают площадь Святого Петра к Пасхе. В праздничные дни собор рассматривать очень тяжело, так как очень много народу, и в центре зала выставлены стулья для праздничной мессы, что затрудняет движение. Мы с ребятами потерялись. А мне так хотелось обратить их внимание на самое основное в соборе. Такие двери. Сегодня для украшения площади привезли много цветов, в том числе и тюльпанов, с парка тюльпанов, который находится возле нашего дома. Мы с тетей Ниной вышли уже на улицу, а ребята рассматривают еще собор внутри. Смена караула.
И, конечно же, зашли на бесплатную выставку Леонардо да Винчи посмотреть картину «Святой Иероним», которая находится в колоннаде Бернини у собора Святого Петра. Сегодня мы решили прокатиться на трамвайчике и прямо до самого дома. Окрестности Рима. Первое, что мне хотелось показать, это летнюю резиденцию пап римских и озеро. Мы находимся в городке Кастель-Гандольфо. Потом еще будет купание на озере, прогулка по городку Фраскати и вилле Альдобрандини, но это все осталось в семейном архиве. Пустите. Пицца с помидорами и моцареллой. И с грибами. Сыром, помидорами и базиликом. И, конечно же, у нас была прогулка по ночному Риму. Колизей, фонтан Треви. За 3 дня мы успели пройти пешком весь Рим и даже побывать в его окрестностях. Ставьте пальчик вверх, если видео вам понравилось. Делитесь им с друзьями и приезжайте в Рим. А я на этом буду прощаться с вами. До новых видео, друзья! Sì, ho visto.